Ну что, ребят, как и обещал, продолжаем играть. Это Dying Light, у нас уже вторая серия. После довольно продолжительного первого взгляда я таки решил ее пройти, попробовать хотя бы. Как я и говорил в том ролике, игра получилась вот в начале немножко затянутой. То есть много какой-то влагиты, много общения. То есть это можно было сделать как-то побыстрее все, я думаю, больше экшен добавить. Но, тем не менее, мы обучились азам паркура, как тут что делать, как лазить, как выживать. Пообщались с некоторыми важными и не очень людьми и помогли, конечно же, одному выжившему. Это хорошо. Я считаю, это очень даже. Так, у нас задание. Спуститесь на первый этаж на лифте. Ну, поехали. Предлагаю сначала пробежаться. Тут все очень так красиво, все так. С одной стороны красиво, да, с другой печально. Так, где там наш лифт? Сейчас найдем. Стоп, подожди. А, не на этом, на 19-м. Я зря спустился. Я помню, что парень стоял на 19-м, и он говорил, что там можно пользоваться лифтом. Пошли посмотрим. Пока что немножко еще путаюсь. Естественно, в игре мы играем с вами, по сути, впервые. То есть никаких пререлизов у меня не было. Это 20-й уже, подожди. Стой. Что-то у нас какая-то совсем путаница. Сейчас добежим, посмотрим. Может быть, тут... А, нет, это самая крыша. Блин, что-то я реально за это самое заложал. Стоп, 20-й. Пошли посмотрим. На 20-м тоже закрыто. Ладно. Заодно надо побегать все-таки, поизучать, что тут да как, потому что персонажей много. А со многими можно пообщаться. Вот, смотрите, опять же говорю. Вот на этом этаже. Поехали, 19-й, да. Фух, надо что-то высыпаться, что-то совсем... Совсем-совсем голова не варит. Да, вот этот этаж, и здесь можно уже пользоваться лифтом. Давай. Поехали. Судя по всему, это намек на то, что мы уже наконец-то сможем выйти. Трущобы. Пробуждение. Ладно, мне дали реальную работу. Теперь никто больше не заподозрит, что я не тот, за кого себя выдаю. Пока все идет нормально. А когда доктор Зере избавит меня от приступов, станет еще лучше. То есть такой... оптимистичный взгляд на будущее у нашего Крейна, или как там его зовут. В принципе, неплохо. Фух. Поговорите с кладовщиком. Хорошо, серьезно, игра напоминает... Слушайте, либо у меня с водой что-то, либо это какой-то тент, но это, по-моему, вода. Ладно, мы еще выйдем, посмотрим. Мы обязательно посмотрим на это дело. Может быть, вышли какие-то дровишки от NVIDIA, и можно... А будет это дело все обновить и прокачать. Давай пообщаемся. О, you're the new scout. Rahim radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survived a few days. But here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antizin. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also? If you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. Действительно хорошая шутка, друг. Так, ну что, у нас есть водяная труба, аптечка, отмычка. Кладовщик. Предметы в наличии. Давайте возьмем водяную трубу. А, у нас уже есть, по-моему, она. Каждый день кладовщик будет выдавать вам бесплатные предметы. Если скончаются припасы, просто заходи к нему и восполняй все, что надо. Давай заберем. Пускай все будет. Раз дают на халяву, почему бы и не взять. Что это у нас такое? Получите укол антизина у доктора Зере. Сейчас пойдем к доктору Зере, посмотрим, что там. Нож можно взять? Чудненько. Чудненько. У нас, смотрите, сахар есть, там гвозди. А вот такие вот предметы, я так понимаю, очень даже нужные. Неплохо так у них, смотрите, ребята тут стоят, а? В полном амбурбурбурдировании. Так, где у нас доктор Зере находится? Или Зере? Докторишка,
Что у нас тут, а? Тут ничего интересного. Ладно, погнали дальше. Хоп. Видимо, перед тем, да, чтобы выйти, как раз надо будет уколечек забацать. Куда собрался, бро? Я иду сюда. Укол получить. Вау, полегче. Окей, new guy, be careful out there. We've lost too many already. Какой педантичный Нига. То есть он закрывает на ключ это все дело. Слушайте, я, по-моему, укола не получил, нет? О, я вышел в открытый, как говорится, космос, да, хотел сказать. Сидит в трейлере на детской площадке, по-моему, да? Поверни налево, иди строго на юг, там ты это увидишь. О, господи. Слушайте, на улице охеренно просто, серьезно. Очень красиво, пошли. Посмотрим. Я надеюсь, что ютубчик качество сильно не пожмет, и мы насладимся с вами всей красотой происходящего. А вот, походу, и наше здание, где мы были, видите? Вон этот кран, вот тут мы проходили с вами туториалы. Все это смотрели. Так, что это такое? Можно разбить? То есть окна не разбиваются. Печально. Печально, однако. Ладно. Я уже слышу где-то. То есть кто-то где-то уже пытается кряхтеть. Зомбятина, как говорится, не ждет. Реально, чем-то вот прям тут чувство такое, что я в Dead Island играю какой-нибудь... Ой. Ну что же ты наделал? Смотрите, как забавно. А ты у нас присаживаться умеешь, друг мой? Интересно, они реагируют на звук? Давайте проверим. Может быть, они слепые? Это бы сыграло нам на руку. Кустики шуршат тихонечко. По-моему, нас заметили, друзья. По-моему, нас... Тихо. Тихоша, подожди. Мы тут не залезем. А вот тут можно залезть, по-моему. Смотрите, по решеткам же можно прыгать, да? Нет, нельзя. А, вот таким вот образом. Я думал, с решеток. О, а вот, походу, и наш докторишка, который нам нужен. Так, спокойно. Спокуха. В городки играли. Все нормально у них тут. Проблем с этим не наблюдается. Ребята охраняют, смотрю, очень даже тщательно. Видели, сколько там с автоматами бравых ребяток? Ну? Hello? Anybody there? Camden, are you there? Damn it. So, I'm supposed to get a vaccine? What? No. Suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms here. Sit. Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So, there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now. But you see, I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible. Definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Now, where did I put that injector? Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero. Where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizin in reserve now. In any case... All right, I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Ну что, ребятуши, нам кольнули антизинчик. Получите укол, все готово. Rahim, Zara checked me out and gave me another shot. Okay, great. That ought to hold you for a while, which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. Знаете, ребят, вот именно меня вот в данном случае вот утомляет. Поговори, пойди с тем. Поговори потом там. Там подлежи жопу этому. Там лизни яйца другому. Там еще что-то сделай.
Но, честно говоря, уже хочется каких-то активных действий, потому что один трёп идет в этой игре. Не говорю, что это плохо, но как-то они реально с этим затянули. Спайк, ты вроде на Спайк. I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One is food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Ryze's thugs, and without antizin, we're basically screwed. Ryze and his boys only operate during the day, because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. Аварийное обесточивание. Возьмите взрыв-пакеты. Ну, это уже интересно. Для смены оружия удерживайте направо, понятно. Для смены снаряжения налево. Направо, налево. Даже так. Смотрите, как интересно. Можно выбрать ножка, водяная труба, я думаю, получше. Естественно, что все не бесконечное. Придется искать себе оружие. Ну, очень даже неплохо пока что. Я думал, что этот трюк бесконечный будет продолжаться очень долго. Подготовьте ловушку для миссии Брекена. Давайте подготовим. Так как они на закате туда пойдут это дело забирать, потому что ночью, я так понял, тут совсем жопа. Мародерство, ключ к выживанию. Обыскивайте трупы, сундуки, брошенные машины, предметы, мебели и даже мусорные баки. Там могут быть детали для сборки, оружия и деньги. Чувство выживания поможет вам найти добычу. Хорошо? Мародерство. Опять же, ключ к выживанию. Ищите огромные запертые сундуки, оставленные другими выжившими. Они находятся на крышах в недосягаемости зомби, содержат оружие и прочие ценные вещи. Это я понял, все. Это понятно. Ну что ж, будем смотреть, будем разбираться, где наше оружие. Давайте выберем. Подожди, а как выбирать? Ладно, предположим. Это, видимо, безопасная зона, да, вот. В безопасной зоне, естественно, никакого оружия у нас нет. Давай, залезай. У вас есть неиспользованные очки навыков. Как нам их потратить? А чертежи, задания. Сейчас это дело все посмотрим. Так, навыки. Ну, давай, давай, давай. Уровень выживаемости, уровень ловкости и уровень силы. Ну, я думаю, с самого первого, я думаю, так вот нормально будет прокачиваться. Уровень выживаемости... дает вам доступ к дополнительным способностям, чертежам и вспомогательным предметам. Хорошо. Базовый комплект давай сделаем. Чудненько. И, в принципе, нормально, да? Ноль у нас. Все, очков больше нет. Поехали. Теперь у нас есть отмычки. Мы можем их делать. Слушайте, ничего так. Нам даже показывают, куда можно двигаться, видите, в начальном этапе. Так, надо что, прыгаем? Давай, оп. Отлично. Ой, мы прыгнули на автомобиль. Смотрите, явно привлекли внимание нежданных гостей. Охренеть. Так, я могу сделать отмычки. Давайте посмотрим чертежи. Создать, во. Поехали. Отмычка. И давай еще одну сделаем. Будем разбираться, опять же. Не так-то все сложно, как кажется на первый взгляд. Просто надо с этим делом как-то более-менее ознакомиться. Что-то они какие-то совсем упоротые. Ёпты, они похожи на далматинов, знаете, такие пятнистые и белые. Так, ладно, погнали. Тихо. Хуяк, ёпты! На, ёпта! Вот это, я понимаю, весело. Только очень долго так, конечно, нежелательно делать. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Ой! Слушайте, я вот реально прошел мимо огня, и мы с вами немножко жизни потеряли. Это, конечно, интересно. Так, ну что, давайте залутаем, посмотрим, что у нас тут есть. Что полезного можно взять? Что-то мы сделали, подготовьте... ловушка. Понятно.
I'm outside, working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runner's trying to secure one of our safe houses for Brecken's mission. Так, это дело не открывается, да, к сожалению. Помогите попавшему в ловушку человеку. Ну что, красавица? Скажи, красавица, чего не нравится? Давай бей, бошку и нафиг снеси. Вот так вот. Давай, давай, загандонь красавицу. Вот. О, обыскивайте тела в поисках добычи. Сигареты. Курение вредит здоровью. Тихо, тихо. Слушайте, они не нападают так вот, то есть. А, видимо, они активизируются как же, так же, как и в Dead Rising, только по ночам. Ну и хорошо, будем знать. Что-то есть у тебя? Тихо. Тихо, ша. Сейчас заберемся. Благо, игра позволяет нам так быстро делать, то есть от зомби можно в любом случае как-нибудь доубежать. Хоп. Кстати, как чудесно, а? Опа. И по крышам. Сейчас Катя написала, да, что на крышах домов могут быть эти самые кейсы. А, но пока что я их не вижу. Если вы заметите, пишите, конечно, в комментариях. Будем смотреть. Интересно просто. Так, поскакали дальше. Тут вроде чисто. Вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо-тихо. Да, на геймпаде, конечно, в принципе, играть удобно. Я думаю, что на клаве мыши будет еще более практично. Во, кейс нашли. Так, чтобы взломать замок, двигайте булавку LS-ом и поворачивайте отвертку R. Ну, то есть левой и правой грибочки. Так вы повернете защелку. А если булавка начинает вибрировать, не прилагайте усилий, она может сломаться. Так. Ой, понял. Подожди, давай вот так. Вибрирует, понял. Пошла, 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 родимая, пошла! Так, смотрите, чуть-чуть, вот сейчас мы должны открыть его! Да, да, мазафака. Мы это сделали. Давайте посмотрим, что находилось в этом огромном красном сундуке. Что это? Газовый ключ, по-моему? А, трубный ключ. И кофе. Чудесно. Мы забрали с вами немножко ценного лута. А я могу, в принципе, его сейчас взять. У него хорошая кондиция. Так, ну что, поскакали дальше? А весело скакать по просторам. Воу-воу-воу, друг, главное не забагуйся мне тут. Во, это другое дело. Хопа. Как обычно, мы не перепрыгнули, ничего удивительного. Так, ребята, давайте осматриваться. Подожди, ты точно то взял, что я хотел? Стой, друг. Во, теперь да. О, рода... Нифига, ты чё лезешь-то ко мне? Какого хера? Я не думал, что они могут залезать сюда. Так, ребят, давайте смотреть. Слушайте, долго стоять нельзя. Я бы, конечно, полюбовался. Так. Просто какая-то, какой-то трэш, а? Давай. Вот вам и открытый мир, пожалуйста. Окей, Джейд, я здесь, вместе с кем-то инфектед. Watch yourself, Crane. Ох! Ни хрена себе. Я не знаю, что это было, но такой рентген, как был в Mortal Kombat, помните, последним? Так, бошки мы им размажили. А это пока не встало, мы найдем сигареты. То есть это какой-то город курильщиков. Металлические детали, сигареты. Они ломились вот сюда. Откройте. Откройте, милиция. Что-то ему херово совсем. Ой, братан. Что-то ты совсем это, походу, ополумил. Такой звук еще классный. Так, okay, мы взяли еще один ключик. Fuck. Дверь закрыть нельзя. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. Так, наша задача включить питание, чтобы отпереть безопасную зону. Видите, вот его шмотки, то есть он тут переодевался. А мы потеряли с вами одного из паркуристов, это, конечно, печалечка. Давайте попробуем включить питание. Вот там есть прожектор специальный. Давай, залезай. И должен быть какой-то, видимо, генератор, да, для этого дела. Как оно врубается? А, вот. Во, даже так! Нифига себе! Честно говоря, я думал, какой-то надо прожектор или еще чего-нибудь для этого дела. Так, и что у нас тут? А, даже так.
Ну хорошо, я забрался, но таким образом я его не включу. Подожди, может я что-то упустил? Сейчас, момент. Это не работает. Чтобы ухватиться за выступ, удерживать... Это я понимаю, что мы можем туда залезть. А, ну прикол в том, что... А, вот оно. Вот я же говорю, что мы что-то упустили. Залезть-то как обезьянка без проблем. Вот теперь безопасная зона разблокирована. Ночью можно будет нормально тут находиться. Давай залезай. Мне кажется, или новый Dead Island, когда выйдет, будет на этом же движке. По-моему, тоже Chrome Engine, да, у него был? У первого и второго. Так. Ну что, погнали отсюда. Доберись до крыши здания и свяжись с ВГМ. Поехали. Так. Ну, залезай, залезай, дружище. Да, с этим, конечно, небольшая трабла есть. Ой, господи, по-моему, мы их сагрили. В плане паркура. Давай, во, вот так. Ну, тихо. О, господи. Так, ладно. Залезай, залезай, залезай. Фух. Так. Подожди, нам обратно, господи. Мы ж только что оттуда пришли. Залезай, залезай, залезай. Готово. Так, тут нам показывают, что можно забраться повыше. Давай. Такой, знаете, практически какой-нибудь Assassin's Creed начинается. Вон там ящик, по-моему, его можно разломать, чтобы забрать лут. Офигеть. Так, давай, залезай, залезай, дружище. Вот. Crane here. Report. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Чудненько. Done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Активируйте ловушки в других машинах. Там была машина, да, вон есть там такая красная. Фиговина, сейчас пойдем ее, оп, активируем. Тихо. Блять, я застрял, по-моему. Давай, быстрее, друг, быстрее. О, как нам их теперь перебить всех? Давайте в огонь загоним их, может, не? А, взрыв пакет можно. Точно. Стой. Сейчас мы сделаем. Сейчас мы их отвлечем, я так думаю, взрыв пакетом. Либо он их отвлечет, либо их просто загасит всех. Прыгай сюда. А, так. Берем это дело. Как его бросать? Ага. Давайте я кину туда, посмотрим, как он работает. Да, он служит просто отвлекающим маневром. Так, значит... О, какая пизда братья у нас тут собралась. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И мне надо теперь обратно. Давай, друг. Давай, залезай. Сейчас все сделаем. Там эти две машины, они вроде как пока отвлеклись. А, так, ребятуши, давай-ка вы пойдете вон туда. Как можно дальше от моей тачки? Что-то они не реагируют, смотрите, вообще. Верхний я отреагировал, парочка нижних тоже. Блин, у меня их не так-то много, конечно, но... Свалите нахер с тачки. Так, эти уходят, отлично. Эти сваливают. Давай. Вали, пожалуйста, свали. Мне буквально пару секунд надо, чтобы поставить ловушку. Как медленно, да? Так нехотя, так не спеша они передвигаются. Ну, это пока день, они такие вот все у нас активные ребята. Давай сюда.
Сейчас мы себя расчистим немножко. Встали, смотрят, втыкают. Какого хера там происходит? Да, давай еще тут. Ребят, давайте, расходитесь. Мне очень нужно к этой тачке. Да. Чё-то как-то мы покидали эти взрыв-пакеты, а толку от этого как-то маловато. Ну что, я попробую еще раз. Давай, давай, родной, давай. В темпе. Давай, 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 давай. Готово. Я успел, я успел. Тихо, 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 ша. Залезаем. Залезаем, господа. И отвлекаем их вот сюда. Давай. Хопа, отлично. Их должно это хоть как-то занять. Боже, вот они неудачно, конечно, мы туда бросили. Хотя, по сути, видите, они тут тупо толпятся. Так, я бросаю еще одну, и мы идем активировать. Готово. Слушайте, уже практически солнце зашло. Это не круто вообще. Ух. Активируйте световые ловушки. Ну, пошли. Shit. Okay. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Молодец. А, световые ловушки находятся, конечно, хрен пойми где. Ну, попробуем забраться. Допрыгнешь? Не допрыгнешь. А, у нас там есть, по-моему, труба. Давай, то есть, по идее, он мог бы допрыгнуть. Давай попробуем. Либо ты здесь поднимешься по лестнице. Давай, 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 друг. Во, вот, вот это я понимаю, интересно уже. Вот так вот мы и заберемся. Главное, друг, только не завались. Что у нас здесь? Ой, что-то нас колышет конкретно. Попробуем пройти, конечно. Так. А, нам нужно на кран. Нам надо добраться до крана, и по крану уже переберемся на ту сторону. Тут мы пройдем же, правильно? Я ж надеюсь, что ты не засышь и пройдешь. Залезай, залезай. Вот. Блин, я нервничаю, серьезно. Я давно уж так не нервничал в играх. Ну, конечно, Alien Isolation у нас просто вне конкуренции по этому плану. А, так. О, господи. Это было больно. 50% жизни у нас. Чудненько. Мы практически с вами добрались куда надо. Давай. Не то место, что ли? Блин, я все время путаюсь в этих домах, нам надо туда. Тихо, друг, тихо. Тихо, тихо, не кипишуй. Сейчас заберемся. Все будет. Уже как они кричат, а? Так, вот, что нам надо было? Активируем. О боже, еще надо активировать ловушки. Что-то их как-то многовато. Тут у нас есть, смотрите, ящик. Попробуем ломануть. Не, не то. Не то. Тоже не то. Тоже не то. О. Значит, вот так идем, 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 идем. И открываем. Вуаля. Получилось. Что же у нас находится в этом сундуке? Давайте посмотрим. А, водяная труба и тоже кофе. Все это кофе можно продать, а водяную трубу я, пожалуй, с собой возьму. Фух, у нас еще две ловушки, я предлагаю сейчас их сделать. И там уже можно будет серию закончить. Вот такие вот у нас пока второстепенные задачи. На, ёпта! Лежать, ублюдок! Лежать! Так, прыгай, друг. Прыгай, прыгай, прыгай. Интересно, а зомби ночью, они именно будут тоже как паркуристы за нами гоняться? Вот это было бы интересно посмотреть. Так, нам показывают, куда можно идти. Хопа. Отлично. Так, вот еще одна. На нее придется взбираться уже вот тут. Интересно, знаете, такая смесь Assassin's Creed, серьезно. А в плане паркура, то есть ты как бы пытаешься понять, как тебе куда пролезть. Не все так просто и линейно, как кажется. А, вот оно. Я уже думал внизу. Это готово. Так. Прыгай, прыгай, прыгай. Молодец. О, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Полегче, господа. Так, здесь у нас что? Здесь мы должны... Ну, забирайся. Блин. Печалька.
То есть туда надо перепрыгнуть, скорее всего, да, вот с этого вот выступа. А туда мы перелетим. Хорошо, давайте смотреть, как нам туда забраться. У нас есть это здание, то есть, может быть, изнутри, да? Давайте пойдем посмотрим. Вау! Господи. Я думаю, какого хера не могу пройти? Я уперся тупо в зомбятину. Ага, вот там поверху. Можно попробовать. Подожди, может что-нибудь есть? Что-нибудь полезное? Да, пожалуйста. Только это у нас не красный, это обычный сундук. Тут у нас есть сигареты и алкоголь. Можно будет забацать себе аптечку, кстати. Мы совсем забыли. Давайте сделаем отмычку. А чудненько, чертежи и инвентарь вот у нас. Алкоголь, а вот аптечка. Давай, вот 100%, отлично, чтобы внезапно где-нибудь не помереть. Очень удачно. Забирай. Лужи прикольно сделаны, смотрите, какие классные черные отражения. На самом деле это отражение нормальное, просто здесь, видимо, какой-то глюк, наверное, не знаю. Так, еще, тут очень много интересного лута. Тихо. Пошла жара. Вот. На самом деле уровень сложности в игре я не выбирал. То есть она себе какой-то там поставила, какой нравится. И сложность неизменяемая. Сколько у меня вообще вещей? Понятно. Водяная труба пока что нам не нужна. Я думаю, брать ее нет смысла. А вот батарейки возьмем. Мало ли, может что-то скрафтим. Так, еще лут. Ох, хорошая штука. Очень хорошая вещь. Теперь у нас стоит вопрос в следующем. Как нам забраться? А забраться вон я вижу уже как. Смотрите. Вон там были специальные выступы. И в принципе по ним можно вон там прокарабкаться. Давай. Опа. Чудесно. Тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди, дружок. Опа. Вот, 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 вот так вот это и делается. Готово. Ну, а теперь будем надеяться, что здесь, конечно, все проржавело к ядрине фени, но хочу, чтобы оно не завалилось. Аккуратненько. Так, тут надо как-то разогнаться, наверное, я фиг знает. Так, у нас прыжок вот так вот, сейчас попробуем. Это было больно, это было реально больно. Блин, надо пробовать заново. Видите, одна такая любая оплошность, герой теряет практически 40% жизни, даже больше. Вау, вау, дружище, ты чего? Мы же с тобой так хорошо ладили, давай еще раз. А это только самое начало игры, я представляю, какая жизнь пойдет дальше. Так, нам надо как-то что ли, то ли разогнаться, то ли еще что. О, 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 это какой-то глюк произошел, но мы вроде чудом залезли. Слава богу, давай. Фу, вот это испытание нам, конечно, ставит. Чудненько. Пошла вон, ублюдочная. Хрена себе, нас прописали. А, мы вроде не все тут залутали. Тут было пара вагонов еще, которые мы как бы стороной обошли. Нет? Не было. Казалось, значит. Залезай, давай, залезай. Так, что у нас в этом вагоне? В них всегда имеется что-то интересное. Слушайте, уже как бы темнеть начинает, поэтому... А, о, тут что-то есть. Ага, нам туда надо забраться. Давай попробуем давай. Все, готово. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Whoa. All right, listen. There's a power substation here. Так, и найдите силовой распределительный щит и устраните проблему со светом. Попробуем. Нам как бы явно намекают, да, что сюда можно было пройти. Так, у нас водичка, и я смотрю, какая-то небольшая беда. Либо это в игре такая вода, либо так надо. Она какая-то очень белесая. А, как было в том же Форесте, помните? Ну, посмотрим, посмотрим.
Играть интересно. Играть интересно, но я бы не сказал, что это прям шедевр какой-то. Это классная игра, она необычная, своими вот такими вот закидонами, да, вот там побеги, там это сделай. Кстати, мы можем прокачаться. Совсем забыл. Так, ну что, давайте ловкость. Сначала начинаем все, конечно же, с базовых навыков, а далее уже по древу будем смотреть, что более нами используется. Так, сколько у нас уровень 1? Это можно качнуть? Нет, пока нельзя. Так, тихо, друг. Мне явно надо было сюда пробраться. Как мы это сделаем? Давай. Тут нас, конечно же, ждет ящик. У меня вроде отмычки уже закончились, но как-то... А нет, еще десятка есть, отлично. Так, давай, практически все они открываются в одну сторону. Нет, вот этот решил в другую. Что же нам тут преподнесу? Давайте посмотрим. Я надеюсь, что какое-то, знаете, открытие кейсов, как в Counter-Strike делают люди. Похоже, только сиги лежали. Так, распределительный щиток. Ну, вон он, понятно, да, что это он. Давайте посмотрим. Он как бы всем видом намекает. Ах, твою мать! Черный властелин пришел за тобой! О, я чувствую, проблемы сейчас будут. О, хо-хо-хо-хо! Бегом, 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 родной, бегом! А его надо убить, иначе будут реально большие проблемы. Че, говноед, давай я тебя как-нибудь отвлеку? Иди, пожалуйста, в ту сторону. Давай, 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 чеши. Там их несколько. О-о-о, он жену свою привел. Он вместе с женушкой веселился. А мы пока пойдем посмотрим, что тут у них. За пати. На хате. Так, включай. Ой, жесть какая. Слушайте, как мы ловко отвлекли, я сам себе поражаюсь. Как это вообще получилось? Чертежи заберем. Взломаем ящик даже, пока никто нам не слышит ничего. Ой, 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 сейчас сделаем. Готово. Он же, по идее, назад не должен вернуться, он нас не слышал, не видел. А мы сыграли с ним небольшую такую злую шутку. Это заберем и это заберем. Что у тебя, братиш? Металлические какие-то детали. Это, смотрите, двери на засовах, притом на двух сразу. А я думаю, что мы могли что-то упустить, поэтому предлагаю аккуратно вернуться и посмотреть, что где тут еще есть. Да, гадость какая! Не хочу я здесь находиться! Вон он. Такой звук. Чвяк-чвяк. И вышел червяк. Там подпорочка. Ой, кушай, 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 это самое. Я не мешаю тебе. Все нормально, все хорошо. Она, по-моему, уже поняла, что тут явно не все хорошо. Так, ребята, мы с вами вышли. Это типа у нас такой потайный ход. Если что, мы пройдем. Но наша задача на этом не заканчивается. Тихо, 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 тихо. Не агрессируй, мадемуазель. Нам придется ее ушатать в любом случае. Смотрите, пошла себе, пошла. Ни хрена. Чувство выживания. Давайте посмотрим, что есть. Я совсем забыл же про это чувство. Так, тут у нас что-то имеется. Во, спасибо, вот такие вот подсказки нам дают. Давай, 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 давай! Силёнок надо побольше. Вот. Слушайте, а это же реально облегчает геймплейный процесс. Все готово. Ой, зря я посветил, наверное, в него. О, ребята, как, а прежде чем стемнеет, вернитесь в безопасную. Уже стемнело! Как можно говорить прежде, если уже полная жопа? Так, ладно, побежали. Мы дойдем уже до безопасной зоны, и там, я думаю, можно закончить. Слушайте, ну это ж полный пипец. Мне уже вот ночью игра просто прям, как бы, знаете, в глазах меняется реально. Тихо, тихо, голодные твари, голодные ублюдки, а? Фух, выдохся наш бро. Вдохни немножко. Сейчас пройдем. Я надеюсь, что никаких мутантов не повылазит. Бензинчик, чуть такой у нас лежит. О, там уже и свет зажгли, но надо как-то вернуться. Я вообще не представляю, как мы будем это делать. Ой, блин, там замятина. Давайте попробуем тут. Оп-о!
Жесть, а? Поскакали, поскакали, быстро, быстро, быстро. Блин, офигенно, знаете, сначала игра не очень понравилась, но вот... Жалко, он не может подкат делать. То есть я как бы бегу, нажимаю, например, пересесть, да... Ой, меня чпекнули. Чпекнули меня. Вроде не очень болезненно, но тем не менее. Я представляю, у них ночью, наверное, тут просто безумие. У самок, наверное, течка начинается, просто трэш. А самцы, конечно же, хотят все это дело тут держать под контролем. Так, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, я сказал! Че, не понял, мудак? Бегом, 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 бегом. Как нам теперь пробраться-то тут? Очень проблема. А давайте попробуем вот так. Во. Чудненько. Щит. Что за говно? Чё за дебил вылез? Какого хера вообще? Какой-то зеленый, как Халк был, видели? The fuck is that? Hey, Doc, this is Kyle Crane. Chris, what can I do for you? I just saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know. Ну что, ребята, здесь, походу, будет наше такое пристанище. Будем здесь... У нас тут тайничок, да? То есть можно будет переодеваться. Кстати, давайте переоденемся. Потому что одежду надо менять, видимо, запах и вот эти вот все разложения, когда мы бьем зомби, на нас это попадает. Я думаю, что это привлекает все-таки зомбятину. Так, одежды вроде как нет, да? Обычной одежды, я не могу ее поменять. Ну, хорошо. В этом плане все понятно, фонарик можно офнуть. Проспите ночь. Проспись, давай, проспаться. А-за-за, а-за-за. Вот. Новый день начался. Крейн, ты проснулся? Конечно же, проснулся. Случилось кое-что плохое. Так, ну что, мы узнаем уже в следующей серии, что же случилось плохое. Совместный режим. А вы завершили пролог, и теперь доступен совместный режим игры. А чтобы зайти во внутриигровое меню... других игроков сыграть с ним. Попробуйте сдержаться, сражаться с зомби вместе с друзьями. Это совершенно новые ощущения. Хорошо. То есть в кооперативе, я так понимаю, пройти ее, наверное, нельзя, но какие-то определенные задания можно и повыполнять. А со Спайком будем разговаривать уже в следующий раз, друзья. Это Daylight. Dying Light, точнее, пардон. Будем играть, будем проходить. А сейчас надо немножко отдохнуть. Пока-пока.